А на английском телевидении нет КВНа. Зато есть другая юмористическая передача. Выпуски новостей BBC. Всем привет! В эфире передача BBC «Боимся большой страны». И сегодня мы будем говорить о самом устрашающем для всего мира событии, которое недавно прогремело по всей России. Ты о параде военной техники на Красной площади? Нет, я про майские праздники. Что такое майские праздники? Это время, когда русские всей семьей едут на шашлыки. И каждый раз забывают кое-что важное. Что? Мангал! А где они его покупают? На заправке. О май гад! Да, пожарив шашлыки, русские едят вот это. Остатки костра? Нет, печеную картошечку! Погоди, неужели все русские на шашлыках пьют водку? Ну нет, конечно, не все. Вот он пьет пиво. Почему? Ну, потому что он за рулем. Но за рулем нельзя пить. Да, вот это дорога, по которой он будет ехать обратно. По-моему, даже нужно. А как русские отдыхают, если им не удается выбраться за город? Если им не удается выбраться за город, русские идут загорать на крышу. А что они делают, если крыша закрыта? Загорают дома? Ну, не совсем дома. Так что, видишь, в квартире тоже можно нормально отдыхать. Но квартира не пожарит шашлык. Это русские. Как это не пожаришь? О май гад. И часто русские так отдыхают? Нет, только по праздникам. Кроме майских есть еще новогодние, 23 февраля, женский день, день защиты детей и день народного единства. Кроме них, выходные, отпуск, день зарплаты, пятница, среда, потому что это маленькая пятница, день рождения и именины.